Привет! На днях получила посылку с iHerb. Хочу вам ее показать. В этой посылке у меня очень много разнообразных добавок к пище, БАДов, так сказать. Давно я не заказывала и как раз решила подзатариться к весне, поскольку все это мне нужно, все это мне необходимо практически. Многое назначено врачом. И давайте приступим. Начнем с омеги. Вот такая вот омега-3. Молекулярная дистилляция. Что должно быть в омеге самое главное? Чтобы она была чистая, без всяких там вредных накоплений, как говорится. Это должна быть молекулярная дистилляция. Я считаю, что это важный фактор, поэтому обращайте внимание, чтобы омега была именно такой. Далее, на что еще обратить внимание, на сертификат GMP. Компания NOV, она вся работает по сертификату GMP. Очень люблю эту компанию, полностью ей доверяю. Классная. Присмотритесь к ней, кто еще, конечно же, не знает. Далее, конечно, смотрите, сколько здесь ЕХА и ДХА. В данной банке 180 ЕХА и 120 ДХА. Вот, то есть это такая не слишком высокая дозировка, поэтому придется глотать по нескольку капсул. Я уже, кстати, заказала, следующая посылка идет, тоже нашла ультра-омега, ну, покажу в следующей. Там, наверное, по одной капсуле всего придется употреблять, это очень удобно. А здесь, ну, в общем, по три. Да, чтобы получить дозировку нужную, которая уже рекомендована наукой, нужно будет по 3 капсулы в день как минимум принимать вот этой вот омеги. У вас нет каких-то сердечных других заболеваний и не назначены большие дозировки вам доктором. Вот эту омегу, кстати, я заказала своим родителям. Они уже в возрасте, поэтому им это особо нужно будет пить. Далее заказала себе и мужу вот такую замечательную парочку: хондроитин, глюкозамин и МСМ. Тоже это те продукты, которые мы пьем, которые назначены нам доктором. Где-то 2 раза в год мы пропиваем. По 2-3 месяца. Если у кого-то есть существенные проблемы, можно пить и дольше, и до полугода, например, врач говорил, что смело можно полгода отдыхать. Но мы решили пить по 3 месяца в периоды вот такие вот обострения, весна и осень. Когда, как говорится, все гадости и все болячки начинают почему-то вылезать. Так, хондроитин и глюкозамин. Эти вещества, они содержатся в соединительных тканях, суставах, в жидкости вот этой вот. И поэтому, ну, как вместе, они создают такой, знаете, важный строительный материал для подвижности и для здоровья наших суставов. Ну, поскольку в молодости нам хватает этих веществ, у нас все замечательно и хорошо. У кого-то после 30, у кого-то после 40, уж после 50, там 100% веществ этих не хватает, и поэтому рекомендовано их принимать. И глюкозамин, и хондроитин. Вот это вот как бы оптимальная дозировка, тоже нашла МРМ в этой марке. Здесь 1500 миллиграмм глюкозамина и 1200 миллиграмм хондроитина. Также рекомендуется, ну, именно на баночках, да, написано по 3 капсулы в день. Мы пьем по 2, ну, как бы и хватает. Хорошо, нам нравится. Вот, вместе с глюкозамином, хондроитином тоже уже, в принципе, всегда беру вот этот МСМ по 1 капсуле. Вместе с глюкозамином и хондроитином принимаю 1 раз в день. Что такое МСМ? Кто не знает, это источник серы, который, ну, он находится во фруктах и материнском молоке. Но
поскольку фруктов мы употребляем недостаточно много, особенно, да, в зимний, весенний там или осенний период. Ну, про грудное молоко я вообще молчу, это только грудничкам доступно. А поэтому, конечно же, тоже желательно, рекомендовано принимать этот МСМ. А на самом деле МСМ принимают не только с глюкозамином, хондроитином, но и с другими какими-то там добавками. Вот. Но он именно, как бы вот эта сера, она участвует в формировании соединительной ткани. И поэтому, сами понимаете, там, где суставы, соединительная ткань, там должна быть вот эта сера. И классно действует, вот реально помогает. Конечно, через неделю-две, если вы попьете, ну, может быть, вы что-то и заметите, но, скорее всего, нет. А на протяжении долгого времени, если будете пропивать такие вещи, организм вам скажет спасибо. Однозначно это также все полезно для, не только для суставов, но для волос, для кожи, для ногтей. Следующее, заказала себе селен. Сейчас я заканчиваю пить уже витамины. Осталось, наверное, на полмесяца, в которых присутствовал селен. Естественно, отдельно я его не пила. А сейчас все это закончится, и буду пить уже селен отдельно. Селен я пью тоже по рекомендации доктора. Есть у меня кое-какие проблемы со щитовидной железой. Ну, в общем, я оперированная в этом плане. Вот, я пью постоянно тироксин 50 миллиграмм, и доктор обязательно велел мне пить селен в дозировке 100 миллиграмм в день. Про селен у меня тоже было отдельное, прямо было отдельное видео, многие меня спрашивают. Знаете, если про каждый продукт вот из этого очень долго говорить, то видео вообще затянется. Это, ну, и я все-таки не доктор и не натуропат какой-то, чтобы вам рекомендовать конкретно. Я просто рассказываю то, что пью я, и то, что мне рекомендуют мои врачи. Вот, то есть отошла немного в сторону. Но все равно скажу, потому что селен, этот продукт, я его просто обожаю. Это жизненно важный микроэлемент. Хотя это и микроэлемент, но без него каши, как говорится, не сваришь. Вот. И те люди, кто пьют тироксин, вам обязательно нужен селен. Если вам не рекомендовал его доктор, значит, смените своего доктора. Тироксин даже будет плохо усваиваться, если вам не будет хватать селена. Селена не хватает практически всем. Ну, это да, это опять отдельная тема, это долгий разговор, можете погуглить. Источником селена является у нас почва, в почве селена не хватает, по сих пор, ну, сами понимаете, какие у нас растут овощи, фрукты там, да, и все остальное, если почва у нас без селена. Россия у нас точно без селена, практически вся территория, Украина, Молдова, Белоруссия тоже без селена. Возможно, вы даже видели, сейчас уже программа есть государственная такая. Хлеб с селеном продается, яйца с селеном продаются. Слава богу, начинают уже о нас думать, наше правительство начинает о нас думать, о том, что селен, он просто необходим. Погуглите. А, еще давайте я куда-нибудь сюда, или сюда, сюда, или сюда, все время путаю, вставлю свое видео о селене, где я про него много-много рассказывала. Так что, кому интересно, посмотрите. Вот. Далее. Так, это у меня что? Это Солгар. Это у меня витамин С. Здесь его 600 миллиграмм. Также он... Это чистейший, кстати, витамин С. Также здесь содержится рутин, гесперидин и шиповник. А вот эти вот вещества усиливают действие витамина С, обеспечивая нам антиоксидантную защиту, такую, знаете, сильную, уже для борьбы со свободными радикалами, да, которые вызывают у нас преждевременное старение нашей клетки. Могут, вернее, вызвать, но мы, конечно же, этого не дадим. Этот продукт я тоже люблю брать весной. Я его начну пить уже, когда будет, знаете, такое яркое-яркое солнышко. Май, июнь, вот, себе я беру этот продукт именно для вен,
потому что у меня есть тоже опять такая проблема вся, в общем, какая-то я проблемная, но ничего, мы боремся. Благодаря таким добавкам все замечательно, и можно сказать, мы будем продлевать свою молодость. Вот. Нравится это именно система тем, что здесь еще есть гесперидин. Гесперидин, диасмин, у кого есть проблемы с венами, тот знает, что эти вещества, они незаменимы для поддержки эластичности вен. Можно сказать, для лечения, но как бы лечение вен это одно. Лазер там и все прочее. Пока. Я знаю, что меня это ждет впереди, но пока я спасаюсь такими вот БАДами. Также вот эта вот большая банка, я поделюсь со своим сыном. Здесь 250 таблеток, очень много, да. По одной таблеточке рекомендуется, по одной мы ее и пьем. Обязательно нужно поддерживать организм такими замечательными добавками. Так, следующая тоже добавка, тоже Солгар. Это кальций, магний и цинк. Это опять я заказала своим родителям. Кто смотрит меня, знает. Также, что у меня мама год еще не прошел. Или прошел? Нет, год еще не прошел, как мама у меня оперировалась. У нее была операция на сердце. Уже можно об этом говорить. До этого как-то мне не очень хотелось все это рассказывать, дабы не сглазить. В общем, убирали ей мерцательную аритмию в институте Алмазова, это Питер. Сейчас реабилитационный период прошел, и все хорошо. Аритмии у нас нет. Еще 10 раз переплюнуть. Вот. И опять же, там врачи назначили ей пить магний, да. Я покупала ей отдельный магний, а в этот раз взяла вот такой вот кальций, магний и цинк. Это великолепный комплекс. Ну что, все понятно. И кальций, и магний, и цинк как раз то, что нужно людям этого возраста. Хотя не только их возраста, но и моего, например, 40-30 лет. Это смело уже можно пить. Да и раньше, если вам там рекомендовано доктором, правда? Беременным девушкам тоже рекомендуется пить все эти витаминки. Вот, здесь замечательные такие дозировки. Кальций 1000 мг, это 100% дозировка дня. Магнезия здесь 400 мг, это тоже в день. И цинк 15 мг в день. Все в трех таблеточках содержится. И всегда я говорю, что не нужно пить прям вот все три таблетки. Либо по одной, либо по две. Потому что в любом случае кальций поступает в наш организм, магнезия также поступает, цинк тоже немного поступает. Мы же не совсем сидим на какой-то голодной диете, а кое-какие эти вещества мы берем из продуктов. Поэтому достаточно 1-2 таблеточек. Кстати, такой комплекс я тоже сама пропивала, когда у меня были проблемы с ПМС, с тошнотой, вот такие вот неприятные. Вы знаете, как он мне великолепно помог? Плюс сразу почувствовала, волосы перестали лезть, не так сильно, скажем, ногти укрепились, и вообще общее самочувствие вот от этого комплекса тоже очень здорово улучшается. Как у меня, смотрите, прям МРМ, НАФ и Солгар, все по два. Но еще у меня есть вот такой вот коэнзимчик. Q10 в дозировке 100 миллиграмм. Это я взяла себе и мужу. Люблю коэнзим, пью его практически на постоянной основе. Тут немного подзабросила. Да, январь и февраль, 2 месяца целых я не пила коэнзим, но все, я хочу его. Как это, знаете, подсела. Про коэнзим, опять же, я кучу всего говорила. В первую очередь, это здоровье сердца. Иммунитет, антиоксидантная также защита. Для обычного человека 100 миллиграмм нужно в сутки. Здесь как раз и есть в одной или таблеточке. Да, очень хорошая дозировочка. В одной таблеточке 100 миллиграмм ты выпил и все.
на весь день, заряд бодрости, энергии. Это энергия коэнзим. Он содержится в каждой клеточке нашего организма. Это энергия нашей клетки. Здесь 60 капсул. То есть, если нам с мужем, то это на месяц. Он, кстати, очень бюджетный вариант, но хороший. Мне понравился. Много коэнзима разного пробовала. Доктор Бест мне не понравился хуже всего. Поэтому я вам его уже, конечно же, показывать не буду, поскольку заказывать я его не буду. Ну, просто вот, знаете, он Доктор Бест, что-то какой-то, не знаю, какие-то капсулы мне там не понравились, жирные. А вот МРМ хороший, от NAV очень хороший коэнзим. Дальше как-то Калифорния Голд. Забыла, ладно, не буду вспоминать. Вот, так что замечательный коэнзимчик, тоже достаточно много обзоров у меня по нему было. Кому интересно, заходите в плейлисты и просматривайте. Из добавок все. Вот так вот я подзатарилась на весну. И, кстати, я еще сделала заказ буквально вчера. И то есть через 3 недельки будет у меня еще один обзорчик, так что присоединяйтесь. Еще заказала опять вот такую вот стевию. Вы знаете, она мне очень понравилась. Заказала ее, потому что была хорошая цена. Все ссылки на все продукты под этим видео, пожалуйста, проходите, смотрите. На дачу. Скоро начинается дачный сезон, и чтобы не возить туда-сюда мне вот эту вот стевию, я заказала еще одну. Хватает мне их очень надолго. Здесь 175 таблеток. Мне достаточно буквально одной таблетки, и все. И кофе там. Чай я вообще не подслащиваю, мне это не нужно. А кофе немного подслащиваю. Одной таблеточкой, и все. Великолепно вот так. 0 калорий, безопасно. Это не какая-то там химическая подсластилка. Это натуральная травка. Стевия называется, кто не знает. Далее у меня 2 таких вот, как оно правильно читается, Гирардели, да, марка Гирардели. Это 2 какао, один абсолютно, как сказать, черный, но тут все не по-русски, конечно, написано, не падай, сейчас еще раз сыпется. Да, это 100% черный какао, он очень вкусный. Это мой любимый какао, он очень насыщенный, такой классный. И вот этот какао, он без сахара. То есть вы положите себе сахара столько, сколько вам нужно. Вот этот какао, он сладкий, и он уже такой более молочный. Вообще этот какао считается как бы для выпечки. Знаете, маффины очень здорово. Но я бывает и так его развожу, потому что ребенок любит, но он, блин, такой сладкий. Это только вот для сладкоежек, это для вас. Я, например, его не очень люблю. Тот темный, этот. О, пахнет классно. Ну, как-то так вот он выглядит. Вы знаете, такого какао у нас я не находила, не пробовала. Не постоянно же я с Айхерба беру вот эти какао. Я, бывает, и простые беру, в баночках там со всякими несквиками. С несквиком это вообще ни в какое сравнение. Поэтому, если есть возможность, заказывайте на Айхерб. Великолепный продукт, очень-очень вкусный и полезный даже, я бы так сказала. Так, куда мне поставить вкусняшный какао? Вот, и хватает мне его надолго, пьем мы какао не так часто, поэтому чаще даже выпечку, мне кажется. Вот этого черного, мне, наверное, его вообще на полгода хватит, и достаточно, кстати, очень приемлемая цена. Так что пройдите по ссылочке и посмотрите. Практически все. Осталось у меня еще, взяла опять такой чай, это теперь мой must-have в этом чае. Это золотой манго, просто великолепный чай, это моя любовь теперь. Заказала в прошлый раз 3, по-моему, я пачки. Одну открыли дома, одну взял муж на работу, одну я отнесла к себе на работу, и то есть в запасе вообще ничего. Поэтому взяла еще одну, в
следующий раз. Наверное, так и буду теперь каждую посылку кидать по пачечке этого чая, потому что, ну, очень понравился, правда. А также взяла еще вот такой вот чай этой же фирмы. Также он нам понравился, ребенку очень понравился, клубничный там и лимонный, и Эл Грей, и обычный зеленый, и также несколько пакетиков вот этого манго. Он шел по скидке, по-моему, 75 рублей всего это была пачка. Конечно же, я ее закинула себе в корзину. Великолепный, замечательный чай, вкусный, натуральный, просто объедение, так и хочется сказать. Так, и все, последнее, это уже пустой пакет манго. Сколько я? 2 дня назад, наверное, вот это вот я все получила, соответственно, манго пустой. Потому что это вкусняшка из вкусняшек. Ой, сейчас вспомню аромат. Ну, практически не пахнет. Здесь много, 284 грамма. Ну, как-то мы так вот все налетели и за 2 вечера под фильмец все это дело слопали, даже не оставили кусочка. Но мне кажется, я вам показывала когда-то такой манго, потому что я брала его не первый раз. Здесь достаточно крупные вот такие вот длинные кусочки манго. Они кисло и прям приятно сладкие такие. Класс. Кто любит кисло-сладкий аромат, я думаю, вам будет это вообще объедалово. Но дорого, конечно, так вот себя побаловать одним, можно сказать, пакетиком. Мне как-то, знаете, жаба гложет, мне легче купить орехи. От них хоть кажется какая-то больше пользы. Ну, конечно, от манго тоже польза, но от орехов я считаю, что все-таки больше пользы, больше там витаминок, микроэлементов разных. Все, мои хорошие, такая была у меня посылка с iHerb. Кто еще вдруг не знает, если вдруг кто-то еще не знает, что есть такой замечательный американский сайт iHerb, пожалуйста, все ссылочки будут внизу и на главную страницу, и на всю продукцию, которая здесь есть. Пройдите, посмотрите. Действительно, это великолепный интернет-магазин БАДов в первую очередь, потому что в наших аптеках, к сожалению, у нас такого нету. Потому что, потому что это очень долгая тема. Не буду я ее сейчас развивать в данном видео. Там выгодно покупать, там качественно покупать и надежно. Вот и все. Всем пока-пока. Хорошего настроения, скорейшей весны, солнышка и всего самого хорошего.